Так, ну все, не ругайтесь. Главное, что я жив и могу продолжить править Ничбургом. Отстой! Никакой сменяемости власти! А завтра вечером приглашаю всех на пир. Блин, крестьяне, что же здесь? Ну ладно, хрен с ним, ляпнул уже. На пир в честь моего обнуления. Я ж после смерти еще 12 лет могу бароном быть. Попить. Я когда-нибудь, когда просил попить, имел в виду воду? Так это вино. А я что-то вкус не чувствую. Ты обалдела? Какая изоляция? Это мой город, куда хочу, туда хожу. А если ты кого-нибудь заразишь? Ты подумал, что будет, если из-за тебя кто-нибудь умрет? Из-за меня на казнях постоянно кто-то мрет. А если ты сам умрешь? А вот это уже будет грустненько. Вот! Так что иди сдай тест, ты же вкусов уже не чувствуешь. Яблоко. Огурец. Лук! Все я чувствую. Хватит мне портить настроение перед пиром. Пир надо отменить, это опасно. Ты обалдела? В городе и так нищета, голод, репрессии. Если сейчас пир отменить, народ же про все это вспомнит. А ты не забыл, что Ниспотребнадзор запретил проводить праздники? Дам им взятку. Но отдел по борьбе с коррупцией запретил давать взятки. Им тоже дам взятку, они возьмут в рыло дам. Без теста я тебя на пир не пущу. Да хорошо, сдам я этот тест. Только надо, чтобы меня никто не узнал. Чтоб панику не поднимали.